Здравствуйте! Приближаются последние весенние выходные в преддверии Международного дня защиты детей. Многие мероприятия будут посвящены этому празднику. Подробнее о программе выходного дня расскажу прямо сейчас. В тире «Фортуна», расположенном в цокольном этаже 4-й школы, состоится первенство по пулевой стрельбе среди семейных команд. Допускается к участию команды, состоящие из двух или одного родителя и ребенка в возрасте от 12 до 18 лет. Начало соревнований 30 мая в 10 часов. Подробная информация по телефону 5-28-92. А в 12 часов Музей освоения Севера приглашает юных губкинцев пройти по брусничному маршруту. В преддверии Дня защиты детей в субботу в учреждении объявлен День открытых дверей. Посещение музея и участие в мероприятиях бесплатное. Традиционно в воскресенье состоится занятие по песочной анимации. Его тема «Пусть всегда будет солнце. Начало» в 12 часов. Благотворительный концерт «От сердца к сердцу» и торговая ярмарка для сбора денежных средств на лечение 6-летнего Егора Трунова пройдет в субботу в Доме культуры «Олимп». Начало благотворительной акции в 14 часов. В воскресенье в «Олимпе» состоится показ мультфильма «Рио-2». Начало сеанса в 16 часов. Стоимость билета 50 рублей. Любителей животных приглашает клуб «Гармония». Там проходит акция «Найди друга». Жители города могут взять домашнего питомца – морскую свинку, хомячка, хорька, черепаху или другого четвероногого – и стать ему добрым и заботливым хозяином. Время работы отдела «Гармония» в субботу и воскресенье с 11 до 19 часов. На этом у меня все. Удачных выходных. До свидания.